Короче, Семен говорит, от 10 бы штук доставил, а мне сотку не доставил. Чего, нечего сказать, да? Короче, можете ему написать, вечером развезет тюльпаны, сейчас их привезут только. Вечером он все привезет, когда пробки закончатся. Главное это забронить, потому что это такой гемор. Их разбирают, у всех уродские остались двухцветные тюльпаны. Фу, нафиг. Ну все, теперь спокойно еду домой. Думаю, часа за 2-3 я доберусь, потому что я двигаюсь со скоростью метр в минуту. Прикольненько. Еще надо ленту где-то купить. Мне же их надо обвязать. Я бросила школу, сожгла тетрадки и портфели, закурила сигарету, залила ее бродвейном, пьяная. Полечу через забор, ты ведь достаточно крутая, чтобы быть с тобой. Я не слушаю взрослых, не прощаю всю юность, волосы в розовый, красота глупая. Ален, ну у меня тоже есть такая подруга, правда, она мне всегда перекладывает кинзу и базилик, и всякие вот эти вот зеленки. Поэтому всегда есть такой человек. Спасибо. Итак, на всякий случай на 9 вечера заказан Папа Джонс. Я буду проверенная. Вкусные мидии. Рискнули заказать бургер. Нам вроде его обещали приготовить. Ну и винишко. Чего бы нет. Вот здесь стояла прекрасная фотозона с гвоздиками и строительным скотчем. Но, к счастью, они поняли, что это фиаско. И вот эти детские стульчики гораздо симпатичнее. Мидии они готовят очень вкусно. Вино, конечно, еще вкуснее. Не, мидии, правда, норм. Прям норм. О, этот знаменитый бургер из спорткафе, он существует! Наконец-то мы его урвали. Приятного аппетита! Спасибо! Ой, слушай, мне кажется, я тоже хочу его. Я буду первая есть? Конечно. Первое. Эксклюзивно для вас. Никто еще его не ел. Только если... Только персонал. Я первая в Новосибирске, ем десерт, 3 шоколада в порт-кафе. Из нового меню. Надо все допить, а то это уплочено же. Че? Ну, вам все понравилось. Почти все понравилось. У меня был жирный рот, поэтому пришлось переснять. В Папа Джонс, когда заказываете пиццу от 999 рублей, получаете вот такой в подарок в марте. Это барбекю, если вводите промокод ШИШКА. Ну, только на сайте или через приложение. Это все, что я вам хотела рассказать. С 8 марта. С праздником, сучки! Шишечка, ты не поверишь, мы едем к тебе. Едем, вот все, едем. Едем к тебе, едем, вот и рынок тюльпанов проехали, и где-то мартини нахватили бутылочку. Вот скоро будем. Кто там ко мне ломится? О, блядь. Всю мне дверь поломали. Ломятся и ломятся. Ну, заходите, кошелки депутатские. Еще как-то депутаты все приехали. Депута нет. Депута нет. Он уже на госслужбе. Нормально. А что у депута есть, друзья? Он о России думает. Давай. Я не Мама, да, ты похожа на облако. Да, я облако.
Ну он тебя полнит, ты же худенькая у меня. Я облако, я облако. Я тучка, 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 я вовсе не медведь. Ну это пижама. Намного больше, чем я. Мам, ну как-то неестественно, замираешь. Мы можем бокалы дать. Оу. Ну так, конечно, тебя не видно. Так надо вверх же темновато там. Ага, лопни давай. А вот у меня в желтом такая. Ну, это если не принципиально, то кому-то важно, кому-то не важно. Это все сама с собой разговаривает. Договаривается с чемоданами. О перевесе. Ну клево. А вот эти? Блин, эти круче. Ты такая секси-леди. Секси-леди. Боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О, боже, мама, мама, пьяный без вина. Я в отпуске! Да! Отпуск! Меня манили ее руки. Скорой встречи глаза. Ура! 8 марта, девочки! Семейка! Я ж говорю, что-то со святым связано. Батюшки святые, она сказала. Я не поняла, к чему ты это, конечно, сказала. У тебя пижама какая-то там? У меня от боженьки пижама, она потому что ее как будто боженька шила, она самая лучшая. А, вот. Мама прочитала и сказала, вот дебил. Ну я слышу, что дебил написал, зачем он это на том-то портит? Да ладно, все поняли. И ты тоже уже была беременна, но хотелось. То есть у нас какое-то семейное проклятие, мы незаконно все рождены. Что с 1 января по 1 сентября у нас не 9, не 8, а 9 месяцев проходит, понимаешь? Я что хочу сказать, а ты найди сейчас пальцем книгу хоть одного. Кого одного? Кто законно рожденный? Я. А, нет, я в браке родилась. Я говорю, у нас проклятие какое-то. Воспитывал ребенка, не воспитывал он, но он посещал, но мать была против, и бабушка. 14 лет платила алименты, а потом пошел и сделал тест ДНК. Оказался не его ребенок. Кошмар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Баба! Ну это ты, конечно, узнала. Нет, вы что кричите? Потом думает, то ли вас... Саша, ну, скажи, как называлась? Девственность парней в деревне. И на лекции к нему должны были приходить все очень естественные, как можно ниже и как можно выше. Моему экзамену бабушка связала мне первый в педагогическом институте Макси Джемпер. Я сдала на 5. Угу. Да, я знаю, что ты снимаешь, и все равно вот я это сказала. Девственность мужская. Парней в деревне, господи! Ты что, три слова запомнить? Ты почти так же сказала. Мужская девственность в селе. Невозможно. Она сказала в ГУПСе, а не... Я не понимаю просто, как такое возможно, даже теоретически. Это статья такая, это невозможно. Тык-т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 ык. Должна поделиться своей болью. Я обрабатывала фотографию. А мама взяла и выложила. С фильтром инстаграмным. Поверх пресета. Я говорю, бога побойся, кто так делает. Это же вообще, это не как богохульство, а есть... Инстахульство. Это инстахульство, мама. У тебя дочь блогер. А ты так развлекаешься. У тебя мама.
учитель русского языка, какое инстахульство? Что это за слова? Вообще-то русский язык должен обновляться. Как фольклор. Я чувствую. Шишкаристы. Закаристы и шишкаристы, видимо. Все. Инстахульство новое, это халатное отношение к пресетам, когда на пресет фильтр инсты, я считаю, это бардак. Мы не присели, мы сидим. Хватит это терпеть. Да, Алена. Я повторила, что Катя спросила, а вы помыли ягоду? Это говорит о том, каково умение Кати после проживания в общаге отключаться от всего. Вот сейчас разговор этот похож на Алене. На что? Кого? Когда фотография у нее, она несколько раз-то. Бумеранг. Да? Да. Мам, у тебя глаза красные, тебе хватит ягоду есть. Ой. Дайте мне зеленую ягоду, может, я позеленею. Вот это я подняла бабла сегодня. Ладно, Катя, будем сейчас ждать издержки после сибдом белья. Катя, что, в кино пойдем? Да. Нам хватит тут? Доброе утро, королевы. Я вот решила с 9 марта начать новую жизнь. Катя, я новую жизнь начинаю сегодня. Я на диету села. Встанешь, значит. За что смысл? Чего? Ты не веришь в меня? Нет. Овца. Съешь, пожалуйста, все, что есть в холодильнике у меня. Вон кофе в чайнике, в смысле вода, кипяток. Господи, она не умеет холодильник открывать даже. Где? Это сырники. Катя, ты не могла бы прилетать почаще на выходные, а то я мусор не люблю выносить. А когда это делает сестра, это очень удобно. Заходи! Меня все чаще стали замечать с некоролевской телегой, поэтому сегодня вот доказательство. Все нормально, так просто складывались обстоятельства. Так, шапку еще надо взять обязательно. Мама думала, это ее любимая песня, но нет. Не танцуй под Бузову, а как? Танцуй под шишки, но шевели под мышками. Зашибись. Сейчас вот и новый трек выпустим. А вы спрашиваете, когда новая песня? Сейчас мама приехала, разберется. Кто пьет с утра, тот поступает верно. Да, мам? Мудро. Мудро. И мудро, и верно, все правильно. Мама что-то боится. Ну, потому что вот, не знаю. Да тебе понравится, это тебе подарок. Спасибо. Подарок. Потом. Мам, тебе нельзя волноваться. Что ты переживаешь-то? Грудь увеличивать не будем. Готова? Здравствуйте. 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 Мама боится, она не знает. Вот. Привет. Мам. Да расслабься. Пойдем расскажем ей. Оля, вот, самая лучшая в Сибири, да? Будет делать тебе татуаж бровей. Нет. Серьезно. Нам, как Алене, не надо. Надо, ну, такие раздельные не надо. Ей единую монобровь сейчас. Свои сбреем и, да?
Так как у меня зачем, как все-то ты будешь? Ты же у меня необычная мама. Как контролируешь? Да тебе выщипают, блин, в том салоне сраную за 100 рублей. Катя, я историю снимаю. Оля, серьезная такая. А Артлайн, оказывается, есть еще и в Москве. Оля туда летает. Ты же туда тоже летаешь работать? Полмесяца здесь, полмесяца там, поэтому кто есть желающий в Москве, можете ей написать и записаться. Пигментный карандаш. Все, да, мы закончили. Ну, да. А соединять ты не будешь? Она уже успокоилась. Надо отметить это дело. Ты ее вырубила, что ли? Она вообще не дышит. Там такая возможность расслабиться. На один разок прошлись. А всего на сколько? Парочку пройдем. Мам, там все бледненько, не переживай. Сейчас пощипит, хорошо? Наташа? Такой не глубокий черный, а угольный черный. А угольный это не глубокий? И синяя черный под реснички. Ну да, такой синий больше, конечно. Придется всегда маски выпускать. Мама, очень круто. Тебе понравится? Просто огонь. Огрюнула. Сейчас модная шапочка. Моя очередь. Да, модная шапочка мне нравится. И может даже у тебя ее отмечу. И буду ходить такой. Тогда я тебе еще дам черную маску. О, да. Шмоткин, ты видишь, я в твоей футболке на татуаже. Надо быть стильной в любой ситуации. Почти финиш. Тычет что-то в тебя, да? Иголочками тычет меня. Я возмущена. Мне одна дама написала комментарий. Что мы, где мы все с мамой, с Катей втроем, что мы надутые, кто мы? Суки. И у нас вообще все неестественно, и ресницы в том числе. Короче, во-первых, у меня нету ресниц. Во-вторых, у меня вырезанные губы. В-третьих, мы там все в очках. И губы ни у кого не накачаны. Она, может, не мне писала. У мамы эррор случился. Да, она думала, у меня это родинка всю жизнь. Мам, я ее рисую просто с роддома. Карандашом, фломастером рисуешь. Сбегала за телефоном специально, чтобы вам туалет снять, потому что здесь прикольное объявление. Туалетную бумагу в унитаз. Везде наоборот, а здесь легально прямо в унитаз. Вот. Теперь не видно моих красивых бровей. Ой, ну прости меня. Челка это дороже. Смотрите, если приходите первый раз в Artline,
Вот берете такой купончик, не стесняемся, забираем. И в следующий раз получаете скидку 10% на любую услугу, а если с подругой, то 20%. До свидания. Следующая локация. Барвиха, Лухари, Вилаж. Фэшн-дом. Да как же это мило, вы посмотрите. Я в рамочке. Как грамота прям какая-то. Ой-е. Это шикарно. Но прям очень круто и дорого выглядит. Оно и стоит, конечно. Сколько? 4200 нормально. Можно две мамы таких заверните, пожалуйста. Сейчас информация только для членов клуба «Шишка рекомендует». Закрытая акция. Вот кто не забудет про нее, говорить вам и напоминать об этом никто не станет в магазине. Приходите, говорите «Шишка рекомендует». Выбираете любые замшевые шорты. Они не будут уже отшиваться в этом сезоне к лету. Размеры надо уточнять. И получаете скидку 50%. То есть так они стоят 2500, вы их покупаете за 1250, это те самые похудительные шорты на весну. Это просто, ну, вы мне спасибо скажите за то, что я Иру напоила. Вот. Да. Очень крутой костюм. Мам, мне нравится сильно. Да. Вообще круто. Угу. Так. Угу. Ну, ладно, мы никому не скажем. Держись снизу. Все. Классно. Да, прям твое. Смотрите-ка, опять же, да? Это можно на работу. Куда, Ир? В модный банк. Для немодных банков мы не шьем. Нравится?